Кому подходит интервальное голодание? Интервальное голодание способствует развитию нового стиля жизни и здоровых привычек. Но если вам менее 18 лет, вы беременны или кормите грудью, у вас есть проблемы со здоровьем, например, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, у вас недостаточный вес, вы плохо себя чувствуете в результате голодания, оцените риски, с которыми сопряжено голодание, и проконсультируйтесь с врачом. Если вы раньше не занимались голоданием, я рекомендую начать с плана для начинающих, чтобы позволить организму постепенно адаптироваться к новому образу жизни. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!